По результатам прошлогодних летне-осенних исследований в этом году планируется обработать более 120 тысяч гектаров земли против нестадных саранчевых. Как известно, из всех вредителей растений этот вид является самым опасным, так как наносит непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Как в регионе готовятся к борьбе с летающими паразитами, расскажет моя коллега. При Урале в основном распространены два вида саранчи – стадные и нестадные. На сегодняшний день ведется мониторинг их роста и миграции. Химическая обработка начнется во второй половине июня. Все зависит от климатических и других условий, говорят специалисты. Готовность региона к борьбе с вредителями оценил первый заместитель аким области Мухтар Манкеев. В этом году запланировано порядка 50 тысяч гектар. Это нестадные саранчи, которые сам акимат Западно-Казахстанской области делает. И второй большой блок, это порядка 80 тысяч гектар. Это стадная саранча, которая у нас в общем всего дает около 120 тысяч гектар земель. Будет обработан против различных вид саранчи, которые у нас угрожают нашему урожаю, так скажем. Техника будет работать во всех наших районах. Подрядная организация на этот год – компания «Мактоксин». Сегодня она организовала смотр техники, предназначенной для борьбы с саранчой. По словам руководства, компания полностью готова к началу работ. Необходимый запас химикатов и техника имеется. Укомплектован штат. Используем имидохлоприт, вернее, шаман, имидор и еще дохлоприт. Все эти у нас есть, где какие мы будем использовать, осматривать по состоянию плотности этих саранчевых. По прогнозам специалистов, нашествие саранчи в этом году не ожидается. Состояние соседних регионов под контролем. Тем не менее, не исключаются разные варианты развития событий. Нужно быть готовыми к любому сценарию, отметил в завершении Мухтар Манкеев. Альбина Кумаргалиева, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.